успел все разобраться в ситуации. И ему очень опасная передача отдал. Ух. Кулемин, вот он на льду. Кулемин вылазит. Пас Кулемин. Какой гол забивает Кулемин. Какая многоходовка. Как здорово сделали. Кулемин обокрал. Помощь, вышел, забил. Ну, можно стиль снимать, да? Получил травму, вышел, получил прекрасную передачу. А своего партнера не стал. И Карлсон, посмотрите, опять ближнюю, кстати, пускает. Михаил Карлсон. Но здесь, конечно, Николай Кулемин, настоящий герой этого момента. Так. Сейчас к Наталье мы возвращаемся, потому что у нас движение на скамеечке есть.